Гореть дом печати начал с верхних этажей. Постепенно огонь переместился на кровлю. К счастью, из людей никто не пострадал. Здание с 2008 года не эксплуатируется. Сигнал о возгорании поступил в МЧС примерно в 7 часов вечера, но вспыхнул дом печати многим раньше. Здание стояло много лет заброшенным, без охраны. Оперативно сообщить о ЧП просто-напросто было некому. Пожарным позвонили сознательные очевидцы. Как горит дом печати, жители увидели даже с другого конца города. Мы ехали по Кировскому мосту, дым шел. Мы решили съездить, посмотреть. Было большое очень зарево, буквально вот 20 минут назад. Очень много огня было. С Руси было видно даже, что горит все объято пламенем. Стала полыхать крыша, а потом окна стали разбиться. С огнем боролись более сотни пожарных. Привлечено было свыше 50 спецмашин. Воду к дому печати подвозили в бойлерах. ЧП сразу присвоили повышенный, третий ранг сложности. Огонь охватил площадь в 3000 квадратных метров. В итоге некогда крупнейшая типография Поволжья этой ночью превратилась в пепелище. Самарский дом печати построен был еще в 60-е. Здесь печатались книги и тиражи центральных и местных газет. Располагались редакции областных изданий. Из государственной собственности активы дома печати вывели в середине 2000-х. Этот факт не раз оспаривали в арбитражных судах. Здание, у которого в результате запутанных юридических споров так и не появился хозяин, постепенно пришло в упадок. Локализовать огонь сотрудникам МЧС удалось только около полуночи. Специалисты водоканала обеспечивают необходимое давление и необходимое количество воды в системе для того, чтобы можно было работать всей техникой, которая привлечена сейчас для тушения пожара. Уже днем здание продолжали поливать водой и спецсредствами, чтобы от возможных искр вновь не разгорелось пламя. Эксперты устанавливают размер ущерба, а в МЧС выдвинули первую версию – поджог. В пользу нее говорит тот факт, что очаг возгорания был не один, а два или три. Если версия поджога подтвердится, в полиции заведут уголовное дело. Алина Чемерис, Сергей Баскин, Максим Гусев. События.